Сейчас Россия на первом месте по дельте среди крупных экономик между ключевой ставкой и инфляцией. Потому что инфляция у нас там 7,5, ключевая ставка 16. И, соответственно, банковский вклад сейчас это самое простое, одновременно достаточно доходное. Конечно, такая ситуация не будет продолжаться вечно. Инфляция пойдет на спад, и ключевая ставка тоже пойдет вниз. Но, наверное, в ближайшие полгода ключевая ставка не изменится. Соответственно, лучше положить на максимально длительный срок под фиксированную ставку сейчас. Это самое простое и беспроблемное. Некоторые люди говорят, что бонды лучше, какие-нибудь трехлетние, потому что вы как бы фиксируете эту доходность на эти 3 года. А если вклады, ставочки потом будут ниже. Но тут, в принципе, по-разному. Бонды, может быть, дефолт, а у нас система страхования вкладов раз. И плюс, я думаю, что дефолта Сбера, ВТБ, там, Газпромбанка не будет точно. Если брать чисто вот эту дельту доходности, рублевые вклады, наверное, предпочтительнее. Там есть, да, как Александр все правильно сказал, определенные преимущества – это страхование вкладов, ну и возможность все-таки диверсифицировать по нескольким банкам, варьируя разные проценты доходности, и составить такой вот свой инвестиционный портфель. То есть я, наверное, все-таки за рублевые вклады в данном случае выступаю. Здесь всегда вопрос такой, рекомендую задавать любому виду инвестора, насколько вы в этом разбираетесь, понимаете ли, во что вы инвестируете.